Всем привет! Сегодняшнее видео будет больше полезно владельцам станка Record Power Coronet Herald. Для шлифовки часто используем реверс, чтобы его включить, зажимаем кнопку, ждем несколько секунд. Реверс включен. Включаем, вот работает реверс. Выключаем, реверс уже отключен. Как сделать, чтобы реверс был всегда включен, так как шлифовать лучше на реверсе, так как вот пылеудаление сзади находится, чтобы пыль всегда туда летела. Зажимаем две кнопки. Ждем несколько секунд. Прозвучал сигнал. Реверс не горит, а станок работает на реверсе. Выключаем. Включаем второй раз, опять работает на реверсе. То есть мы уже так перепрограммировали станок. Чтобы выйти из этой ситуации, жмем опять две кнопки. Прозвучал станок. И опять станок работает в обычном режиме. Всем удачи, проверьте на своем станке.